На фестивале выступали студенты вузов республики с творческими номерами. В них отражались традиции и культуры народов Татарстана. Были представлены номера по направлениям хореография, вокал и инструментальная музыка, художественное слово. Сегодня у нас только отбор. Проходил 3 дня, и сегодня мы уже в полном объеме по всем правилам гала-концерта представляем сегодня лучшие номера, которые были отобраны нашим авторитетнейшим жюри. Популяризация традиционных форм народного творчества в молодежной среде – одна из основных целей проведения фестиваля. Он проводится при содействии комиссии при РАИСе Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка. Организаторами выступали Поволжский университет спорта и туризма, Министерство по делам молодежи Республики и Министерство образования и науки Татарстана. Это и единство, это и традиции, и сохранение языка. Сохранение самого народа и уклада жизни. Первый фестиваль, он был такой пробный, пилотный, второй сильнее. Вот в этот фестиваль у нас он, я хочу сказать, он уже по-настоящему, да, и по содержанию, и по масштабу. В этом году количество участников возросло почти в 3 раза. Всего принимало участие 540 человек. Студенты-победители и образовательные учреждения были отмечены и награждены денежными призами. Лилиана Урманова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.